привет! Вы на канале «Заседание дивана». Пару недель назад мы вернулись с отпуска. Мы третий раз отдыхали в Шарм-эль-Шейхе и подготовили для вас несколько полезных и интересных видео. В этом видео мы расскажем про магазин с фиксированными ценами «Mango Market». Также покажем, что там можно купить и по какой цене. В предыдущих видео я уже рассказывала о том, чего лучше не делать на отдыхе в Египте. Если вы его еще не видели, обязательно посмотрите его, оно появится где-то здесь. В Шарм-эль-Шейхе мы отдыхали уже третий раз, но каждый раз мы находим что-то новое и интересное для себя. Mango Market мы открыли, когда отдыхали второй раз. А до этого мы даже не слышали и не знали то, что есть такой магазин. Ведь в первый раз мы только узнавали Египет. Ну а сейчас я расскажу уже больше про Mango Market. А вы обязательно поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. В один из последних дней нашего отдыха уже по традиции решили пройтись по магазинам и купить нужных или ненужных нам вещей. Конечно же, мы попались на уловки уличных продавцов и оставили там наши деньги. Mango Market расположен в районе Хатаба, который находится в 22 километрах от аэропорта Шарм-эль-Шейха. Район Хатаба – один из самых больших туристических центров курорта Шарм-эль-Шейх, буквально возвышается над окрестностями. Отели в основном построены на краю скал. Рядом с Mango находится самый большой аквапарк в Шарм-эль-Шейхе на территории отеля Альбатрос Аквапарк и развлекательный комплекс «Тысяча и одна ночь». Также супермаркет расположен недалеко от торговой улицы Эль-Меркато. Эль-Меркато мы полюбили еще с прошлой поездки. Не раз там шопились, кушали в Макдональдсе и тренировались в зале. Кстати, Макдональдс осенью уже был закрыт, хотя еще в феврале мы его посещали. Если хотите полное видео про итальянскую улицу в Египте, Эль-Меркато, обязательно поставьте лайк этому видео и напишите нам об этом в комментариях. А еще на улице, где расположен сам Mango Market, можно найти наш любимый Ашан, АТБ, Розетку и также Сильпо. Так что расположение Mango Market очень удачное. Рядом есть все. Аптека, развлекательный центр, кафе, аллея с другими магазинами, а в радиусе 2 км находится полицейский участок. Если вы так же, как и я, не любите торговаться с продавцами, то Mango Market – это идеальное место для вас, так как все цены в магазине фиксированы и указаны уже на товаре. Mango Market работает круглосуточно, 7 дней в неделю. Mango Market позиционируется как магазин с фиксированными ценами. На всех товарах в Mango есть ценники, указанные в египетских фунтах. Принимают как доллары, так и местную валюту. Картой также можно оплатить покупку. Что же можно купить в Mango Market? Забегая наперед, скажу, что алкоголь в магазине не продается. Но это не означает, что пора выключать видео, так как самое интересное еще впереди. Так что же все-таки можно купить в Mango Market? Да практически все. Чай, кофе, специи. Мы взяли черный и зеленый чай по цене 1 доллар за 100 грамм. Также различные сладости, кофе, нугу, пастилу, халву, рахат-лукум, овощи, фрукты, ягоды, клубника, манго, ананас, авокадо, финики, гранат, дыни. Также в ассортименте соки и молоко, причем соки имеются как пакетированные, так и свежевыжатые в замороженном состоянии, вода, напитки. А еще есть снаряжение для ныряния, маски, ласты, спасательные жилеты, непромокаемые чехлы для телефона, сумки и чемоданы, большой выбор косметики, шампуней, зубной пасты. Конечно же, в Mango можно найти различные сувениры, кальяны и табак, часы, солнцезащитные очки, все принадлежности для пляжа, такие как купальники, шорты, коралловые тапочки, полотенца, халаты. Ну вы поняли то, что здесь есть очень много всего. Можно купить и консервированную рыбу, заказать креветки, крабы или рыбу на гриле, которые готовят здесь и при выходе из магазина. Как вы поняли, Mango Market – это полноценный магазин, где не придется торговаться, никто не будет надоедать, и вы спокойно можете сделать свою покупку. Как для меня, это идеальный вариант шопинга в Шарм-эль-Шейхе. Надеюсь, это видео было интересное. Спасибо, что досмотрели его до конца. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить следующее полезное и очень важное видео про Египет.
Расскажите в комментариях, а где вы покупаете сувениры и различные товары в Египте?